Ой, ты что, боишься? Не-не-не-не. А вы пока повисите, посушитесь после дождичка. Привет, ребята! Вы на канале Малышерин ТВ. Сегодня мы отправимся в гости к нашему малышу Панго. Привет-привет! Смотрите, у Панго началась осень. Ты что прыгаешь? Смотри, тебе письмо какое-то. Давай раскроем. О, какой-то шлем. А что у тебя в доме? Ой, так ты смешно делаешь. Спать захотел. А где твоя игрушка? Может быть, с щеткой будешь спать? Нет. Да, вот же она. А это что там за поварешка? Ой, как сладко храпит. А вот и ночь. Вы видели, ребята, сколько листьев желтых падает у малыша Панго? Пойдемте сходим к моему другому из друзей. О, да тут урожай надо собирать. Давай, просыпайся. Вставай, вставай. Давай умывайся и чисти зубки. Игрушку надо убрать в шкаф. Мыться будешь? Ну, мойся. Что-то он непослушный. Вот, теперь Ой, ты что, выпрыгиваешь? Вот, моется замечательно. Водичку мы включим. И немножко пенки добавим. Супер, все, выходи. Достаточно. Воду выключай. Так, а зубы чистить кто будет? Вот, держи, чисти зубки. Отлично. Ой, вы видели? Листочки, пошел дождик. Ну конечно, это ведь осень. Осенью всегда идут дожди. Давай убирай щетку и пошли немножко перекусим. Что там у тебя интересного есть? Ой, у тебя каша, кажется, сгорела. Держи вон пирог. А кашу выключай. И хлебушком закуси. Вкусно? Пошли теперь на улицу работать. Ты видел, что у тебя там созрел урожай? Смотри, есть виноградик. Ты что его сразу съел? Хоть бы с друзьями поделился. Ну ладно, раз ты такой обжорка, кушай свой виноград. Ой, кажется, он объелся. Давайте кого-нибудь позовем ему на помощь. Давайте Хрюшку позовем. Хрюшка, привет! Тут Панго объелся виноградом. Ты тоже хочешь кушать? Ну, держи. Это что, брокколи? Наш Хрюшка, оказывается, ест брокколи. Так, а если еще тебя угостить? Держи. У нас столько урожая созрело. А это что такое? Да это же грибы. Ну что, вкусно? Пойдем дальше, посмотрим, что тут еще интересного. А вот и дождик кончился. Панго, ты что все страдаешь? Держи, может, яблочко съешь? Может, тебе лучше станет? Их-хо, отлично! А теперь хрюшки, плохо, да что ж такое-то? Кирка зачем-то? Нет, не будем в нее играть. А если дерево потрясти? Ничего не происходит. Давай, беги сюда. Ой. А вот и мяч! Отлично! О, гол! Одно очко, второе! А если ему дать, он будет кидать? Нет, сам он не кидает. Ладно, Хрюшка, давай, выходи уже. Все, тебе уже намного лучше. Смотри, какие-то мухоморчики здесь еще есть. На них можно барабанить. Так, давайте сходим дальше и посмотрим, что еще интересного происходит в мире Панго осенью. Можно поиграть на гитаре? Ой, какой Панго у нас молодец. Вы видели, как хорошо он играет? Смотрите, там кто-то мячик уронил. Хрюшка, достань мячик, пожалуйста. Держи. Не хочешь? Я тебе помогу. Вылазь. Панго, а ты умеешь плавать? Ха, умеет. Забавно. Ой, вы видели, как Хрюшка играет? Такой он смешной. Хрюшка, ты что, первый раз гитару в руки взял? О, здесь еще и лимончики поспели. Попробуем. Вкусные? А Панго понравится? А вот и наш мячик. Еще один лимончик. Вкусняшка. Так, а здесь что? Хрюшка, иди с нами. Смотри, а вон нас лис ждет. У него тут какие-то светомузыка, что ли? А если свет выключить? Смотрите, как красиво. Ночью в домике у лиса. Да-да, я вижу, что вы хотите играть. Ну давайте зайдем, посмотрим, что у него дома.
По-моему, ничего не поменялось. Как всегда, какие-то опыты проводят. Ой, успел Панго спрятаться от этих опытов. О, там еще какая-то вышка. Смотрите, тут еще и обои можно менять. Вот это здорово. А что еще тут интересного? Да ладно тебе, Хрюшка, держи вон шоколадку вкусную. Да, Хрюшка любит шоколадку. А если эту съесть, баклажан, он его тоже любит. Ладно, давайте дальше пойдем посмотрим, что там еще интересно. Лиц, иди с нами. Смотри, у тебя здесь птичка живет, что ли? Ой, опять ночь. Да вы что так долго гуляете? Так, давайте отправимся куда-нибудь дальше. А это что, ракета? Круто, ее можно запустить. Ветер усиливается, что ли? Куда упадет наша ракета? Не видно. Так, что-то Панко издает какие-то подозрительные звуки. Держи грибок. Держи еще один. Вы видели, ребята, сколько осенью много грибов выросло? О, здесь еще чья-то машина есть. Давай, покатайся. Пока-пока, Панго. А ты, Хрюшка, иди к нам. Пока Панго катается, сходим в гости. Да это же твой домик. Нет, не твой. А чей домик, ребята, вы помните? Там музыка играет. Ничего себе, да тут дискотека. Это же домик Белочки. Точно. Ты что грустишь? Может быть, панамку тебе дать? Или игрушку? О, вот это ты храпишь. Просыпайся. Просыпайся уже. Соня за Соня. Столько здесь всего интересного. О, орешки можно съесть. Давайте Белочку позовем. Белочка, беги в свой дом. Смотри, тут орешки уже можно собирать. Как тебе? Вкусная? Хрюшка, хватит спать, ты что так громко храпишь? Да, давай убирай игрушки и пойдем дальше погуляем. Ой, ты что, боишься? Ну, Хрюшка, ты ж такая смелая у нас. Посмотрим. А лис, интересно, тоже боится кататься на этом аттракционе? Ладно, иди, Хрюшка, слезай. А мы, смотри, Алису очень нравится. А Панго где у нас? А вот и Панго. Так, а ты иди вот сюда, покачайся. Панго тоже нравится. Так, а Белочке? Ты и Белочке нравится. Ой, кто-то выстрелил. Так, давайте отправимся дальше. Ой, это что за пирамидки? Раз, два, три, четыре, пять. И получилась пирамидка. Так, а тут что у нас? Ой, ночь пришла, и сова проснулась. Да здесь еще и груши растут. Панго, беги сюда, мы тебя груши угостим. Держи грушу. Вкусняшка, правда ведь? Пойдем дальше, сходим и посмотрим, чьи тут еще домики есть. Смотрите, тут еще ягодки какие-то поспели. Ребята, а какие вы ягоды любите? У нас здесь очень много разного урожая. И апельсины есть. Ой, Панго, кажется, опять объелся. Хрюшка, иди на подмогу. Может быть, ты... Ой, что случилось? Ребята, что случилось с игрой? Что же произошло? Кажется, снова начинать? Нет, просто наш Панго вылечился. Так, давайте посмотрим, что там дальше. Ой, еще какая-то машинка. Да, хочешь покататься? Давай, езжай. А это чей домик? А вот и наши малыши. Привет. А та что за грязная машина? Так, здесь ничего нового. Давайте отправимся вслед за Хрюшкой и посмотрим, не. Что там интересного. А вы пока повисите, посушитесь после дождичка. Так, здесь можно полить. И дождик можно, чтобы поливал. О, тыквы есть. Давайте кого-нибудь тыквой накормим, что ли? Кого накормим тыквой? Давайте зайчика, хватит ему там висеть. И Панго. Так, держите. И ты держи. Пустая тыква.
Да, вкусняшка. Пойдем дальше. Это что, туалет? Нет, это кладовка какая-то. Так, а это чей домик? А, вот, точно, тебе же в туалет надо было. Помнишь, ты объелся? Давай, садись в туалет, на унитаз уже. Мусор опять у этой хрюшки. Полный дом. Безобразие какое-то. Ладно, потом приберемся. Давай, давай, я помню, что ты хочешь в туалет. Да садись уже, что ты соскакиваешь? Отлично, по-моему, он сделал все свои дела. А зайчик что пришел? В грязи постучать? Ой-ой-ой, кажется, Панго сделал, что у него из души теперь идет какая-то грязь. Как думаете, что он сделал? Ой, вы слышали звук? Да, какой-то не очень приятный. И зайчик наш не очень хочет прыгать здесь в этой грязи. А если Панго поставить в грязь? Нет, он тоже не хочет. А если поставить сюда лиса? Лис, иди тоже попрыгай в грязи. Посмотрим, для кого тут кто-то грязь. Ну-ка. Нет, лис тоже недовольный. Кто у нас есть еще? Еще у нас есть белочка. Давай, лис, уходи. Иди, он посидит в туалете. Да ладно, не пукай ты так много. Нет, нашей белочке тоже не нравится эта грязь. Так, ты что там, в очередь встал? Вот, а хрюшка с удовольствием попрыгает в грязи. Ой, по-моему, всем очень весело в этом домике. Да, садитесь кушать. Ну, Панго, садись уже за стол. Отлично. Что тут есть? Попкорн. Будете попкорн? Вкусно. Ой, что-то нашему зайчику не понравился попкорн. Так. Что ты там все путаешь? Иди уже к нам. Где он лучше поспит? Ты такой малыш, что тебе наверняка нужно поспать. Да я вижу, что у тебя игрушки нет. Держи, вот тебе игрушка. А ты сходи посмотри, что там за беспорядок. Это что ты будешь, туалетной бумагой бегать? Ну зачем тебе туалетная бумага? А, ты в туалет хотел? Ясно. Ну ладно, пока все заняты своим делом, я думаю, на сегодня все. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока-пока. А тем временем тут у нас тортик появился. И Панго куда-то спрятался. Все, всем пока-пока.